друзья мои, всем привет! Сегодня у нас на обзоре компрессор, который в принципе не нуждается уже в рекламе. Компрессор фирмы Sansan, модель HGB120. Это уже, смело скажу, профессиональный мощный компрессор, который многие из вас хорошо знают, так как эти компрессоры работают очень долго, несмотря на то, что производятся в Китае, и дают большой объем воздуха, и кто использует для прудовой тематики, прокачивают действительно большую глубину. И 2, и 3 метра можно опустить распылители. Работают они в паре, в комплекте не идут, я на них ставлю вот такие распылители прудовые, если для пруда надо кинуть, если для аквариума, то любые другие. Но не забывайте, что производительность компрессора очень высокая, потому это... мощный, серьезный компрессор. По своим заводским характеристикам компрессор потребляет 80 ватт. Мы сегодня в этом убедимся, сколько же он потребляет. Давление, я бы, наверное, не привязывался, потому что максимально 45 килопаскалей дает по количеству воздуха. Есть привязка, что максимально 120 литров в минуту, но по факту будет 90 литров в минуту. И вес самого компрессора 6,8 килограмма. В комплекте идет штуцер для подключения, шлангочка, гребенка на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на 16 выходов. Но сюда можно гарантированно и больше поставить выходов. Вот такой вот сам по себе компрессор. Снизу на компрессоре идут резиновые ножки для снижения уровня вибрации. Вилочка с заземлением, потому все профессионально, все хорошо. По размерам, если интересно, то в длину он 25 сантиметров, высота у него 22 сантиметра, и в ширину он почти 20 сантиметров. Давайте его протестируем на потребление электроэнергии. Вот мы его включили под нагрузкой небольшой через гребенку, он потребляет 76 ватт. Для такого высокопроизводительного компрессора вполне отлично. Сверху вот эта крышка пластиковая, надо ее снимать. Здесь находится так называемый префильтр для всоса, чтобы пыли много не всасывалось. Потому периодически его откручиваете и промываете или выдуваете чем-то вот этот синтепон. Потом закрыть. Некоторые мне клиенты говорят, что бывает ломаются ушки, но я думаю, страшного абсолютно ничего нету, потому что это просто крышка. Все, накрыли. Давайте его протестируем в аквариуме. Вот я его подключил, вот у меня аквариумы по 500 литров. Вот аквариумы по 200 литров. И еще 3 аквариума по 200 литров. Ну, как видите, воздуха вполне много на каждом аквариуме, но мне пришлось еще и часть воздуха сделать так называемый сброс или перекрыл, потому что если учить его на максимум, то воздуха слишком много. Видите, в каждом аквариуме. Потому по мощности меня устраивает с головой. Ну, как говорится, подытожим наш сегодняшний компрессор. Sansan HGB120. На сайте zookool.ua вы можете его приобрести. Ссылочку оставлю в описании. Подписчики моего канала делают дополнительную скидку. Работает надежно, работает четко. Показал вам на большом количестве аквариумов, сколько же он дает воздуха. Все устраивает. В пруду используется очень часто. 2-3 метра глубину прокачивает на вот таких вот 5 распылителей без проблем. Дальше. Потребление электроэнергии довольно-таки маленькое. 70 ватт. Это ни о чем для такого компрессора. Нареканий по качеству нету. Никаких моментов. Сравнивать его с Европой не будем, потому что европейские бренды стоят значительно дороже. Кто пользовался данным продуктом, знает, что нареканий тоже у вас не будет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. На сайте zookool.ua очень много всего интересного для аквариумов, для креветок и для прудов. До свидания.